Эта рыба называется протоптер. У нее есть слаборазвитые легкие, и каждые полчаса ей необходимо всплывать на поверхность, чтобы подышать. Обитает протоптер в засушливых районах и, нужно сказать, неплохо к ним приспособился. Он умеет передвигаться по суше с помощью плавников из одной лужи в другую. А когда ситуация с наличием воды и пищи становится угрожающей, протоптер просто впадает в спячку. Причем она может длиться до 4 лет. Для этого он погружается в ил на глубину до 30 сантиметров. Все процессы в организме замедляются, а для поддержания жизнедеятельности будут сжигаться мышцы в хвосте, а не жир, как у других животных. Чтобы не терять влагу, протоптер выделяет пену, которая затвердевает, образуя своеобразную защитную оболочку, пропускающую кислород для дыхания. В таком состоянии он будет ждать сезона дождей, когда водоем снова наполнится водой и он сможет вести привычный образ жизни.